Полила я грядки и парники. У меня слетает шланг. Муж ничего сделать не может. Я ему уже просто сегодня сказала. Завтра ничего не сделаешь, будешь сам поливать. Он слетает просто, понимаете? Ему негде зацепиться. Сейчас я вам даже покажу это. Потому что я уже не знаю просто, что делать. Может, кто-то что-то посоветует. Вот смотрите. Мы делаем вот на эту, вот этот вот, который у нас новый шланг. Но он слетает с нее. Я уже не знаю, как просто делать. У нас нет никакого переходника. Кто-то мне писал, что надо переходник специально для этого шланга. Но я не знаю, где у нас он продается. Вся вымокла. Ладно, мы пойдем дальше с Машей горох садить. Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас время 9:30 утра. Я вышла на улицу. О, смелик, походу, делал, все больше стоял. Я сейчас кушать готовлю. Я хочу просто посмотреть, сколько градусов. Ну, показывает 23. Велик всю ночь на улице стоял. На Машу отругать велик опять она не убрала. Сколько раз говорила, чтобы велик под замок убирали. Так, дорогие друзья, у нас дома комаров просто ужас как много. Как вы боретесь с ними? Напишите мне, пожалуйста. Я сейчас пойду наберу картошку, и мне надо чистить ее. Почищу картошку и будем варить супик. Раз Илья приехал, значит рисовый сварим. Потому что он только рисовый ест. Рисовый и борщ он ест. Остальные супы он не ест. Ладно, будем готовить. Так, я открыла парники. Вчера поливала их тут все. Сейчас понаоткрывала. И этот парник тоже открыла. Так вот, трава растет на ура. А где огурцы наши? Ой, господи. Одно разочарование. И помидоры наши с перцами открыла. Тоже трава, смотрите, как заполонила. Пойдем на днях полоть уже сюда. А помидорки хорошо вроде укрепляются. Некоторые надо опять подвязывать уже, смотрю. А так в целом нормально. И знаете, что я вчера заметила? У меня свекла начинает уже всходить. Это классно. И многие спрашивали, почему муж косил поверх травы. Ребята, потому что он для курей косил. Он косил железной косилкой, а не леской. Поэтому он поверх и ветки срубал. Смотрите, у меня уже свекла всходит. Вот она. А так, в принципе, неплохо. И темный салат взошел. Здесь тоже свекла сходит, пусть хорошо взойдет. Кабачки мои начинают потихоньку тоже проклевываться. Капуста принялась. Так что потихоньку что-то вроде начинает расти. Ладно, пойду я дальше готовить кушать. Куры мои орут с утра. Кури. А их там вообще не видно из-за солнца. Но орут, вы слышите их прекрасно. Ладно, пойдем готовить кушать. Так, дорогие друзья, сварила я уже супик. У нас морковь закончилась, поэтому без моркови сегодня будет. Рисовый пусть настаивается. У меня потихоньку уже начинают просыпаться детки. В духовку поставила делать сырники. Ну, мы их любим запекать в духовке. Я знаю, что многие жарят, кто как. Но мы в духовке запекаем, поэтому поставила. У меня морозилки были, вот 9 штучек поставила. Потом еще раз поставлю, достану. И у нас тут кошка с ума сходит. По стенкам прыгает. Мух ловит. У меня уже проснулась Света, Ваня, Оксана, Марина, Маша, Катя спят еще. Егорка встал. Ну так, некоторые уже просыпаются. Время что у нас уже? Ой, 10-11 час. Ладно, дорогие друзья, я сейчас попью кофе, а то я как не знаю, что хожу. Попью кофе, и у меня много дел еще. Испекла, ребята, первую партию сырников. Вторая партия, последняя, выпекается. А, вот такие вот вкусные они внутри. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Но я пошла деткам дам. Ты что там лазишь? Нельзя там лазить. Там у папы пила стоит. Ребятки гуляют на улице. Ну, а мы с Машей собираемся съездить до моей крестной. Марина, ну-ка слезь оттуда, если бревнышки покатятся, и ты упадешь. Я что сказала? Мама. Что? Нет, я вообще-то запретила всем компьютер. Владик, иди разберись с ними.
На, держи. Все, сейчас поедем уже. Машу жду. Починила велик. Сидушка поломанная, порванная. Надо купить новую, как-то разориться и купить. Вся уже рваная. Да, Ваня? Ваня чумазый весь. Иди, он папе помогает дрова таскать. Ты же умеешь? Нет, со мной ты не поедешь. Я одна поеду далеко, потому что я боюсь, что я тебя не смогу довести. Оксана, иди сюда, покажи, какую тебе сегодня Света прическу сделала. Повернись. Вот такие вот рожки. Да, Ксана? Рожки до ножки. Да, ты качаешься? Обязательно поедем. Ладно, мы поехали. Да, крестный. Съездили мы с Машей до крестной. Да, Маш? Скажи, что это тебе подарили? Кружки и тарелки. Да, там кружки с блюдцами. Вот такой вот набор Машеньке подарили. Ну, не только Машеньке. И мы картошку забрали еще. Там закрыта скотчем, Маш, вся коробка. Потом дома откроешь. Зачем сейчас открывать? Там что, телефон лежит? Чей? Да. А, это пульт. Кое-как доехали. Я вся поранилась. Он съел ногу. Чё? У мужа на велике, вот на этом, на старом, прокруты идет, и я прям свалилась с этими прокрутами. Ну ничего, вроде доехала. Он что это, он велик уж старый весь. Аккуратно на велик держать, чтобы не упал. И вот, считайте, крестная нам дала, и сегодня еще женщина одна дала картошку тоже. Всем желаю крепкого здоровья, спасибо большое. Да, там конфеты еще, может, достанешь сейчас. Там крестная, вот в черном пакете она положила конфетки. Печеньки, да, печеньки, конфетки там, а там картошка, все остальное. Съездили в гости до крестной. Да, это моя крестная. Да, вот так вот. Крестная всегда Диме что-то сладости передает. Ладно, пойду сейчас это унесу. А папа не досаживал картошку, Оксана? Нет, не садил, видно, что не садил. Меня все ждут. У нас дождик прошел, прям хороший. Ну, не сказала бы, что сильно хороший, но прошел дождик. Это очень хорошо. Ладно, пойду картошку уберу. Дорогие друзья, ой, чайник пока выключу. У нас время вечер, уже даже, можно сказать, ночь. Я помылась в бане, все сейчас моются в бане. Сейчас маленькие ушли в баню. Ну, не маленькие, старшие маленькие я уже помыла. Завтра на прием ехать. Что смогла, засняла. Завтра едем в больницу. Всем желаем всего самого хорошего. Всем говорим, берегите себя, берегите свое здоровье. Всем говорим, пока-пока. Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас 22 минуты. 23. Ну, короче, половина девятого. Господи, вот я в минуты впадаю. У нас на улице дождь. Хорошо, сейчас все польет. Но вот не успели картошку досадить. Я вчера из-за ноги не смогла садить. У мужа спина болит, и никто другой не захотел. Видите, вчера то, что вот на велике расшибло ногу. Смотрите, как у меня все. Вот след от рамы. И синяк. Нога опухла и болит. Света у нас едет. Куда ты едешь? На площадку, да. Все, иди, открывай зонтик. Давай, выходи. Так ты раскрой зонтик-то, ты сейчас все вымокнешь. Господи, на улице точно зонтик не хочет раскрывать. Ой, какая погода. Нам надо было на прием ехать, но я в такую погоду не повезу деток. Я боюсь, что они опять заново заболеют. Тем более, курточки у них не высохли. Я вчера постирала куртки. Я же не думала, что дождик будет. И они сегодня еще не высохли. А без курток ехать точно заболеют. Поэтому ничего страшного. Посидят дома. На пятницу перепишусь. Да и все, в пятницу пойдем на прием. Они у меня уже не болеют, все, слава тебе, Господи. Ой, ну и погодка. Ну, хоть картошку хорошо польет, хоть картошка начнет расти. Да, ребята, напишите обязательно, какая у вас погода. Мне вчера вот такую вот еще рассаду дали. Я ее еще не посадила. Что-то из-за погоды не посадила пока еще. Ну, ничего, я, видите, жду еще всходы. Где взойдет, где не взойдет, у меня еще кабачки не все взошли. И вот ждем.
Ладно, дорогие друзья, всем желаем хорошего дня и хорошего настроения.